Святой Девы Марии, руководитель Новаковская Валентина, дирижер Наумова Галина. Где представители? Как и полагается по русскому обычаю, мы вручаем сладкие пироги. Дипломом участника награждается народный коллектив «Украинская капелла Москвы», художественный руководитель заслуженной работы культуры России и Украины Виктория Скопенко. Дипломом участника второго фестиваля искусств «Рождественский марафон» награждается ансамбль духовной музыки «Ведина», художественный руководитель заслуженной артистки России и Татарстана Наиля Масетова. И также сладкий пирог. Хоть это не татарский, но все-таки. Дипломом участника награждается школа индийского классического танца «Натья Шрама» фонда изучения